Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть следующую ремарку коуча, которая звучит следующим образом. Я чувствую, что. О чем эта ремарка для клиента? Для клиента это выражение коуча, его ощущения. То есть такая вот трансляция, что я живой человек. То есть некоторая вот эта вот история, она стимулирует у клиента проявить эмпатию. То есть если человек эмоциональный, то весьма вероятно, ну вот он в принципе как-то может откликнуться на чувства коуча. А вторая история — это некое отзеркаливание для клиента. В том плане, что я чувствую, то здесь могут быть какие-то гипотезы, то есть человек выражает, коуч выражает свои гипотезы по тому, что либо говорит клиент, либо какие у него мысли по запросу, либо что клиент, собственно, ну, транслирует вербально, невербально, либо своими словами. И вот из этого, вот эта формулировка, то есть я чувствую, оно здесь в данном случае может заравняться. Мне кажется, у меня есть гипотеза, у меня есть мысль, вот примерно из этого разряда. Но здесь маркер «чувствую», он в принципе говорит примерно о том же, о неком ощущении, неких мыслях, некой интерпретации коуча в части того, что говорит клиент, транслирует. И все-таки вот какой-то вот «я живой» и призыв на эмпатию. Вот, наверное, вот я бы так это сформулировал, коллеги. И я еще раз напомню эту ремарочку, кусочек стартовой фразы. Я чувствую, что. И дальше уже некая детализация конкретных мыслей. Коллеги, всем добра. Пока-пока.